Здравствуйте! В эфире программа «Бизнес-решение» с Аленой Патриной. И сегодня наша программа в гостях у талантливого дизайнера и изобретателя Анатолия Гусаковского, который расскажет нам о своем уникальном продукте. Здравствуйте, Анатолий! Добрый день, Алена! Что у вас за уникальный продукт? Расскажите нам о нем. Наш продукт называется, брендовое название у него «Деревянные обои Гусварблок», профилированные панели из дерева. Смысл в том, что на рынке отделочных материалов из дерева такая же ситуация в мире, но я сейчас говорю о России. Всего 3 вида доски, которые все производят в нашей стране и все предлагают к продаже, соответственно, и все отделывают помещения. Это евровагонка, блокхаус, имитация бруса. А я в свое время разработал и защитил авторским и патентным правом 2 144 938 новых видов профилированных панелей. У нас мега огромный ассортимент, но этот ассортимент, он дает возможность, самое интересное, что производителям, вот смотрите, в нашей стране более 5500 производителей. Мы сейчас их активно подключаем к себе по договору франшизы и лицензии и даем из общего каталога 2-4 вида профиля. Тем самым, что мы добьемся? Мы всех производителей уведем от прямой конкуренции, у всех разные виды профилированных панелей, а клиенту даем мега огромный выбор и возможность создавать собственный дизайн, при этом отделывать не только дома, но и квартиры. А вот это название «Деревянные обои», оно вообще откуда пошло? Изначально, когда я стал разрабатывать продукцию, мне пришло в голову название компании «Гусвар». Это фамилия моих отца и матери. Гусаковский, Варнавская. «Гусвар». Потом встал вопрос, а как такое количество видов профилей назвать одним именем? Я добавил слово «блок», потому что создаются блоки рисунков, так называемые, да, и получилось «Гусварблок». Но когда первые клиенты к нам стали приходить на производство, они говорили о том, что вот мы пока не увидели вашу продукцию, а услышали о ней, мы думали, что это какой-то блок, кирпич, ну, то есть непривычное название. И от клиентов мы очень часто слышали, когда они видели нашу продукцию, мы от них слышали деревянные обои, деревянная мозаика, деревянный конструктор. Я из контекста взял деревянные обои, выяснил, что его никто не использует в названии продукции. Это имеет место быть в названии нашей продукции. Соответственно, я подал на товарный знак, получил этот товарный знак. Так родилось название «Деревянная обои, Гусварблок» и обязательно приписка «Профилированные панели из дерева». Вот ваша продукция, она насколько долговечна, если устанавливать ее? Лучше дерево. Начнем с того, что ничего не придумано человеком, чем придумала природа. Это дерево. Единственное требование, неважно, это наша продукция, любая продукция из дерева, она требует определенных правил в производстве, в монтаже, в обслуживании, ну, то есть в уходе. Если их соблюдать, эти правила, если соблюдают производители правила производства, если соблюдают правила монтажа клиенты, то, вот, скажем так, наша продукция, она может прослужить порядка 15, 20, 25 лет, но, как правило, такое время оно… С момента установки, вот да. Вы установили 20 лет, вы можете не беспокоиться. Да, но, как правило, мы же с вами знаем, что на такое время не хватает людям, ну, то есть люди очень сильно привыкают к одному и тому же, да, но у нас фишка в том, что у нас есть дополнительные декоры разнообразные, то есть мы можем предложить даже спустя, 20 лет человек к нам придет, не трогая стены, мы ему можем предложить еще дополнительные варианты украшения этих стен, чтобы ему не переделывать заново, а просто, скажем так, добавить дополнительного декора. Можно убрать декор, можно все сошкурить, можно заново покрасить. Нет, такого нельзя. Вы говорите о уже такой серьезной работе. Я говорю именно о том, что есть декоры, которые позволяют… Вот просто готовые стены, к ним есть дополнительные декоры, которые можно добавить. Это у нас профильные планки есть, они из алюминия. Ну, это отдельный разговор. То есть достаточно есть вариантов, чтобы, не трогая стены, добавить декора. Но плюс к этому еще можно серьезно, конечно, сделать. Можно демонтировать, можно другие варианты добавить и так далее, так далее, так далее. А из какого дерева в основном делают ваши обои? Ну, вот когда мы запускали проект, у нас было 2 вопроса. Первый – начать с хвойных пород, которые занимают 85% на рынке оборота, или начать с дорогих пород древесины. Собственно говоря, думали мы недолго, очень быстро пришел ответ, однозначно, потому что рынок 85% это больше, чем 15%. Да? Соответственно, в первую очередь у нас это хвойные породы, ель и сосна. И под заказ у нас, естественно, лиственница, дуб, береза, ольха и так далее, так далее, так далее. А вот ваши обои можно останавливать в любом доме? Нужна подготовка определенная под стены, там подложка какая-то? Там? Вот смотрите, есть там вагонка или имитация. В квартире ты не сделаешь отделку этим деревом, да, но это не эстетично будет. А здесь создаются разнообразные профилированные поверхности, по которым зачастую, когда они покрашены, и не сразу скажешь, что это дерево. Но при этом, когда в квартиру заходишь, вот мы к заказчикам, к нашим заходим, когда квартиры отделывают, даже одна стена в квартире отделана локально где-то, но при этом в квартире запах дерева. Это говорит о чем? О том, что этот продукт еще дает принципиально новое качество жизни для людей, потому что дерево – это эфирные масла, которые влияют положительно. Вот вспомните, чем мы отделаем квартиры. Мы их заштукатурили, накрыли обои бумажные, да, или там пластик, что-то сделали, а это дерево. Просто раньше не было продукта, который мог достойно предоставлять отделку в квартирах. Про дома я вообще молчу. То есть дома – это повальничество, а квартиры – это вот локальная отделка. Что касаемо подготовки и как это монтируется, все то же самое, как я сказал. Производится также, монтируется также, такие же стандарты, такие же размеры, такие же цены. Неважно, какой вариант человек выберет. У нас такие же размеры, как у евровагонки и как у имитации бруса. То есть стандарты остались те же. Делается обрешетка на стене и на нее крепится. То есть обычный обыватель, как бы не имея никакого специального строительного образования, может тоже сам сделать себе эти обои, поставить? Ну, или нет, все же? Того... Или все же к специалистам лучше обратиться? Нет, нет. Все зависит, откуда растут руки. На самом деле ничего там сверхъестественного сложного нету. И мало того, для квартир еще вот когда у нас клиенты приезжают, очень часто бывает так, что они расстраиваются. Они сначала отштукатурят стены, а потом приходят к нам и узнают, что не надо было штукатурить, тратить деньги на это, потому что обрешетка делается просто на черновую стену. Мало того, еще делается дополнительное утепление, тем самым получается дополнительная шумотеплоизоляция и если в вот, например, квартире. У меня вагонка, и она мне не нравится, я могу на свою вагонку, вашу вагонку? Нельзя. Положить. Почему? Потому что дерево должно дышать. С лицевой стороны и с внутренней. Для того, чтобы она дышала с внутренней стороны, делают специальные технические пазы на панелях. И сама обрешетка, она, как правило, толщиной там, 2 сантиметра, 2,5 сантиметра. Вот эти 2,5 сантиметра, которые панель не дотрагивается непосредственно до поверхности, это и дает возможность дереву дышать, и тогда его не рвет, ничего с ним не происходит. Скажите, а возможно ли ваши обои устанавливать, например, в ванных комнатах? Наши панели можно устанавливать везде. Разница только в том, что если например, для наружки, для отделки дома, то панели красят определенными красками и красят не только лицевую поверхность, но и внутреннюю поверхность. То есть защищают максимально от влаги. Да? Все то же самое делают, если отделка происходит в ванной или в туалете, в таких комнатах. Что касаемо обычных внутренних помещений, там жилых комнат, то там красится только лицевая часть панелей. Анатолий, про влажные комнаты мы поняли, что это, возможно, установка, там идет определенная пропитка. А что у нас с пожаробезопасностью? Там тоже есть какие-то определенные пропитки дерева, которые все-таки защищают от возгорания? Ну, во-первых, сейчас сверхогромный выбор различных составов, которые наносятся на панели. Это огнебиозащитные средства. Они изначально уже при производстве делаются, обработка ваших панелей? Нет, 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 нет. Они изначально идут чистые. Какие основные ошибки совершают при установке таких обоев? Первая ошибка всегда это, когда привозят продукцию в тот или иной дом, она в термоусадочной пленке. И вот первая, наипервейшая, наигрубейшая ошибка – это когда ее привезли, сразу распаковали и сразу стали отделку делать. Вот это наигрубейшая ошибка. Почему? Потому что панели на производстве сушатся до 14%, плюс-минус 2%. Это забитая по ГОСТу влага, которая должна быть при строгание при производстве. Да? Но наружная влага еще остается на панелях, плюс она накапливается, когда продукция лежит на холодном складе. На сухом, но холодном складе. Соответственно, когда она попадает в теплое помещение, она начинает акклиматизацию древесины. И вот в этот момент это происходит в течение там, примерно 2 недель. И за это время они на 5–7% дерева еще ужимается. Это называется акклиматизация. Так вот, многие этого не делают. Они привезли, сразу стали отделывать. А потом жалуются, у них там стены порвало, разорвало и так далее, тому подобное. Вот если клиент выдерживает вот эти условия, то никаких ошибок не происходит. И у нас даже есть на наших вкладышах, на упаковке, большими красными буквами написано: «Выдержать 2 недели в теплом помещении». Все рекомендации вы даете всегда? Мы даем от и до по одной простой причине. Это наш бренд, это наша продукция, и нам важно, чтобы каждый клиент был доволен не только сегодня и завтра, а еще на много-много протяжении большого количества лет. Смотрите, продукция у вас на самом деле очень уникальная и интересная. А неужели не было, кто хотел бы у вас ее присвоить себе? Идея же самая дорогая в этом мире. Поэтому... Вот очень часто же воруют идеи. Да, хороший вопрос. Спасибо за него. Но в свое время, когда я стал разрабатывать эту продукцию, мне, конечно, вот эта мысль пришла. Потому что, ну, скажем так, я добрый человек по жизни, но все-таки не хотелось бы то, на что я потратил огромные средства, время и так далее, просто так подарить. Да? Ну, нелогично это было. Это же не семья, это все-таки бизнес и так далее. Поэтому я сначала, когда стал разрабатывать продукцию, я сначала ее стал подводить под патент, а потом, когда понял, что количество, оно идет и идет и идет в голове, причем я рисовать-то не умею, ну, так сложилось, я стал подводить под авторское право, то есть депонировать в российском авторском обществе. И вот здесь есть маленький нюанс. У нас есть патентное право, есть авторское право. Вот патент с точностью до наоборот от свидетельства авторского права отличается чем? Если я тот или иной вид профиля запатентовал, то его уже не имеет права выпускать. А если я получил авторское право на этот вид профиля, то его могут изменить более чем на 30%, причем ширина, толщина, фаски не имеет значения. Именно виды изменить более чем на 30%, то это считается уже ваш профиль, а не мой. Теперь понимаете, почему 2 144 938 видов? Да, я понимаю, но у меня еще один вопрос есть. Ваше авторское право, оно распространяется только на Российскую Федерацию или туда входит и... По Женевской конвенции более 130, там 130 с чем-то стран, которые, на которые распространяется авторское право. Мы создаем такие условия для сотрудничества с нами, что производители, что вот магазины формата DIY и так далее, что им интересней и правильнее работать с нами, нежели нас просто плагиатить. Получается, у вас есть франшиза? Да, у нас мы, когда заключаем договор вот с производителем, мы заключаем 2 договора. Договор франшизы на право использования нашего товарного знака и лицензионный договор на право производства и продажи видов профилей. Вы работаете только в московском регионе или еще какие-то? Мы работаем по всей стране. У нас производители, вот сейчас, например, лицензиаты у нас Красноярский край, Сыктывкар, Вологда, Киров, Санкт-Петербург. И это только начало, потому что мы только-только начали подключать производителей. Получается, у вас есть свое производство или вы партнеритесь? Мы все-таки приняли решение запустить заново собственное производство, плюс дорогие породы древесины, которые к нам приходят заказы, а мы их не можем выполнить, потому что профилей много. Вот мы сейчас предлагаем порядка 22 видов профилей. Из этого количества там десятки тысяч комбинаций, десятки тысяч вариаций можно создавать и так далее. И мы хотим, чтобы клиент все заявленные профили, которые у нас на сайте есть, чтобы они получали, чтобы они были в ассортименте. Работая с лицензиатами, это не всегда получается. Поэтому в этом году мы Для того, чтобы вернуться как можно быстрее к собственному производству, мы, первое, мы собственными средствами сейчас себе будем помогать. Второе, это мы стали резидентами Сколково. Хотела вам задать этот вопрос, опередили, что у вас есть такая радостная новость, что вы стали резидентами инновационного центра Сколково. Что вам это дает? Я не могу сказать заранее, что нам в конечном итоге это даст. Да? Я могу только сказать, что они сейчас обещают. Обещают это, значит, очень огромные преференции налоговые. До 4 миллионов в год они дают на выставки, в том числе на международные. Это значит, что это больше узнаваемость будет, быстрее узнаваемость будет, быстрее продукт будет входить в народ. А продукт от этого не удорожает? Нет, не удорожает, потому что они эти 4 миллиона дают безвозмездно. Мы же не тратим деньги. Наоборот, это все будет уменьшать наши расходы. Соответственно, есть вероятность того, что и мы уменьшим общую себестоимость нашего продукта и возможность предоставления больших скидок для клиента. У вас есть панели, которые покрашены. Они вот так и продаются в таком варианте? Или это уже потом идет покраска? Покрашенные панели – это остатки с объектов наших клиентов. Вот так. То есть мы, когда привозим, мы договариваемся с клиентами следующим образом. Мы им подробно все объясняем, разжевываем до нельзя. Взамен мы просим, знаете, как кто-то просит отзывы там на сайте разместить в Яндексе и в Гугле, а мы просим отдать нам остатки. Основная суть продукта – это многопрофильность, то есть много видов разнообразных профилей, плюс они делаются по одному стандарту, плюс у них два вида соединения. Это позволяет эти панели как друг с другом собирать, так и комбинировать. А что касаемо дополнительных декоров, таких как резьба, тиснение, это дополнительно еще к ним декор, который раньше в свое время делали там на вагонке, на имитации, просто не пользовалось спросом, потому что, ну, как бы ты ни одел, там, как бы ты ни украсил, скажем так, вагонку, все равно будет видно, на чем это сделано. А в нашем случае это стало пользоваться спросом, потому что это действительно, ну, придает огромное разнообразие, вариации и так далее. Я просто, когда интересовалась вашей компанией, я посмотрела, у вас там есть калькулятор, который может даже принести огромную пользу людям, которые не умеют рисовать или очень сильно заняты, и он у вас там как-то красиво все складывает. Что это за функция на вашем сайте? Это не калькулятор, это 3D-программа, «Уголок дизайнера» называется. Она платная? Нет, естественно, она бесплатная. Она дорогая. Она дорогая в свое время, когда мы ее создавали, она достаточно дорогая. Но при этом она очень простая. Максимально простая. Любой обыватель может зайти и там себе что-то накреативить. Он просто заходит на сайт, скачивает ее и уже сам себе создает интерьеры. Там можно сделать стены, потолки, можно посмотреть, как комната будет уже готовая выглядеть в цвете. Потому что продукция же новая, да? Все знают, как выглядит евровагонка или имитация. Но как выглядит тот или иной вариант, никто не знает. Соответственно, для этого и была создана программа, для того, чтобы вот все просто. Человек нам там пишет или звонит из Владивостока. Я выбрал такой вариант. У вас можно онлайн все заказать в любой город Российской Федерации? Там, где у нас нету представителей, мы отправляем транспортные компании. Но еще раз повторюсь, у нас производителей с каждым месяцем все больше и больше, и больше, и больше. И, ну, к примеру, нам позвонили из Казахстана, Узбекистана, Киргизии. Давайте с вами работать. Я им говорю, я не буду с вами работать, потому что мы далеко от вас. У нас есть производители в Сыктывкаре, в Красноярске, которые гораздо ближе к вам. Тем самым, что я делаю? Я, помогаю производителям нашим. Не просто заключили договор, да, и работай сам по себе. Мы им предоставляем клиентов. И получилось так, что вот Казахстан, Узбекистан, они сейчас напрямую будут работать с этими производителями. Сейчас вот рынок ИЖС развивается. Мало того, идет серьезный разговор о том, что сделать страну малоэтажной страной. Вот смотрите, смысл какой. ИЖС развивается, а отделку из дерева никто не мог предложить. Никакую. Но теперь у нас есть вы. Помимо того, что вы стали резидентом Сколково, мы знаем, что вы еще активно помогаете СВО. Так? Да, совершенно верно. И мы наблюдаем, что вы чуть ли не каждую неделю отправляете гуманитарную помощь и получаете обратную связь. Да, и обратную связь получаем, но не каждую неделю. Я езжу туда раз примерно в месяц, а каждую неделю мы так или иначе собираем что-то. То по одному направлению ребятам что-то нужно, то по другому направлению что-то нужно, то генераторы, то пилы, то там огромный список на самом деле того, что нужно. И вот таким образом мы взаимодействуем. Что-то я сам собираю, что-то сам закупаю, на что-то деньги сам собираю. То есть, одним словом, мы помогаем настолько, насколько можем нашим пацанам. Почему? Потому что, когда к ним приезжаешь и общаешься с ними, знаете, им не так важно, что ты им привез. Им важно, что ты приехал. Им важно, что ты привез частичку дома. И это видно по глазам, это видно по общению. Поддержка важна, да. Скажите, а команда ваша профессиональная тоже вас в этом поддерживает? Меня в этом поддерживают абсолютно все. Анатолий, скажите, а вы один в бизнесе или у вас все-таки есть партнеры? Ну, в первую очередь, мой главный, наиглавнейший партнер и помощник – это мой сын Артем Гусаковский, который считает это таким же семейным делом, как и я. И у меня есть мой партнер по бизнесу. У нас группа компаний «Гуспор». В одной компании мой партнер, директор, в другой компании я, директор. Тем самым нас, скажем так, наша команда – это наш основной костяк. И я очень благодарен моему партнеру, который верит в продукт, который, несмотря ни на что, как и я, не сдается в тех или иных ситуациях, здорово помогает. И без него, я вам скажу однозначно, ничего бы у меня, наверное, не получилось, потому что слишком было много проблем, которые нужно было преодолеть. Мы с партнером совместно это все преодолели успешно и продолжаем двигаться. Зовут его Парамонов Ярослав Игоревич. Ярослав, огромный тебе привет и благодарность еще раз выражаю. Без тебя мы не команда. А еще мы слышали такой момент, что-то про мировые рекорды. Да, нехорошо хвастаться, но все-таки скажу пару слов. Получили мы сертификат мирового рекорда и сертификат книги рекордов России. Даже так, нам очень это приятно по одной простой причине. Ну, давайте так, людям просто будет приятно покупать продукт, который занесен там в мировые рекорды, в книгу рекордов России. Почему мы всегда стесняемся своих достижений? Почему мы всегда смотрим на Европу, на, ну, слава богу, сейчас постепенно это все меняется. Мы можем лучше, мы можем круче. Вот смотрите, вернемся к началу нашего разговора. На рынке отделочных материалов 90 лет существовало 3 вида доски. Евровагонка 90 лет, потом имитация бруса подключилась, потом блокхаус. То есть 3 вида доски, 3 вида профиля к нам пришли из Европы. Теперь Россия им может дать 2 144 938. Как вы думаете, кто круче, они или мы? Естественно, мы. Просто надо в это верить и заниматься этим, и все будет хорошо. Ну, для любого предпринимателя его бизнес – это ребенок. Совершенно верно. И мы желаем вашему ребенку развития, процветания, долгих лет, и чтобы вы с нами были всегда, потому что у вас на самом деле очень уникальная продукция, которая решает и закрывает многие вопросы для людей, которые занимаются стройкой. Ну и, в общем-то, это на самом деле облегчает жизнь и экологично. Спасибо вам огромное за теплые слова, спасибо за то, что приехали, за то, что уделили нам время, нашей компании, нашему продукту. Я хочу всем пожелать благополучия, мирного неба и всего самого-самого наилучшего всем людям на нашей маленькой, но при этом огромной земле. А мы напоминаем, что в эфире была программа «Бизнес-решение», и сегодня у нас в гостях был дизайнер, разработчик и просто новатор Анатолий Гусаковский. До новых встреч!